Всех приветствую. Продолжаю я обрабатывать пчел от клеща. Повыбрасывал вот банки. Те, что весной подкармливал. Как говорится, первый блин был комом. Медленно и долго. Но уже последующие семьи наловчился. То быстро пошло дело. Уже и бак поста обработал. Всего почти. Даже не почти, всего. Обработал первую бакфаста, потом эту следующую, потом эту бакфаста обработал желтую. Потом тот белый, что за перегородкой лепили в том году, потом зеленый и этих вот два бакфаста ближних, сиреневый и синий. Сейчас пришел к белому. Осталось обработать мне разулей, два, там третий. И вот этот злющерой четвертым буду последним уже обрабатывать. Ну, это четыре осталось, это не четвертый будет, а последний, 11-й улей. Дело пошло намного быстрее. Я сейчас не открываю полностью улей, а по три улочки открываю. На три улочки 21 миллилитр сразу распределяю. Но здесь много воска. Уже пошло нектаровыделение, сильно видно он нектар. И воск вырабатываться у пчелы пошел неплохо. Здесь у нас перегородочка. Возле перегородки открывать я не буду. Все это дело. Вот столько пчелок тут у меня с зимы вышло. Довольно так, приличное количество. Так, одна, две, третья улочка. Так, раз, два, три. Вот это у нас будет не обработано. Уже набратое все у меня тут 21 миллилитр, а по 7 на улочку. Так, сразу заберемся туда. Бляха, ветер дует. Сейчас потолочен изложить на пчел. Разозляться от таких. Да я сдуваю где капли на рамках, чтоб пчелы их не слизывали. Сдул я улей. Ну здесь плотно сидит, залеплено все плотно. Будем дырочки выпускать. Залепили вверх плотно. Так, там крайняя улочка, самая вот где под потолочной, это она на этом. Ай, вставная доска. Бляха, неудобно тут, конечно, с такими залепленными. Ну и срывать не будешь. Хватит. Распределят там, разбегают сами по улью еще. Плотные рамки. Это они уже, наверное, и этого наносили. Свежего меда. То, что с зимы. Ну, мои семьи экономные. Местная пчела наша. Так, одна улочка была. Стоп, одна, две, вот это третья. Это не обработанная, так? Я положу на нее. Ну, вот эта столиска лежит. Нормально. Дальше идем. Потолочину подряд ложу. Вот это не обработанное. Обзнась, я положу эту шприца. Пчел дымокуром гоняю. Конечно, это такая семейка продуктивная у меня. Они у меня добро носят и роятся, и воск неплохий желтый. Так, закрываем подряд, чтобы потом весь улей на потолочинах не сидел. Сейчас открываем следующие три. Так, вот три. И последующую открываю, чтобы потом было удобно три закрыть. Так, это потолочина отсюда, отсюда. Вот это сюда будет подряд, чтобы ложить. Раз набираем. Так, набрал я бикина 21 миллилитр. Продолжаем пырскать пчел наших.
Ну тут не знаю, тут улочки не открытые, через дырочки капельками. Тут совсем на пчелу проход. Скорее всего, что уже моих пчел надо было бы расширять. Ночью еще заморозки. Все равно, наверное, расширю. В южную сторону. Так. 7 миллилитров валил. Следующие 7. Примись. Дырочка есть. На первом улье я немного с математикой там разбарахлил. Короче, посчитал, что у меня в шприце деление на 2 миллилитра. Да не так немного обрабатывать начал. Вместо 7,5 на удочку. Ну, сейчас уже все нормально. Вот. Деление по миллилитру 1,3,5. Вот. И так подальше. Так, раз, обработал 2. Вот и третья удочка. Залазьте. Уже у пчел пошло восковыделение неплохое, то что ива полным ходом цветет, а лоза на болотах, ивняк, все подряд. Так, три улочки залили, ложим назад под толочины. Пчелок я сгоняю, чтобы не придавить, так как они тут ночь сейчас идет. Ну уже, судя по напырску, так, это с этой будем начинать. Судя по напырску, взяток уже неплохий пошел. Те года я уже в апреле в середине ставил на ивовый мед отставки. Ну, они его в основном, тот мед ивовый, пускали на это. Пускали на развитие потом. Сразу наносили полную надставку 15 полурамок, и потом весь тот мед выходил на развитие им. Ну, хорошо и то, так, что полностью на меду весной развиваются пчелы. Я сироп редко ставлю. Ой, надо походу им башину уже бомбить. Не полениться. Сейчас я покажу вам. Вон за перегородкой сколько пчел. И языки уже лепят. Это у нас апреля 5 только. Беларусь. Юг Беларуси. 5 апреля. И вот столько пчелы уже сейчас покажу за перегородкой. О! Ой, за перегородкой пчел море. И языки висят здоровые. Я им сейчас походу побегу. Лист вощины принесу. У меня навощины готовые есть. Ну, сейчас долью уже. Принесу лист вощины. Так, наверное, этих пчел за перегородки надо выгнать немного. А идут в улей. Даже не лист, а им два листа бомбанул вообще не знаю. Две рамки. Это вот 5 апреля уже. Пчелы полным ходом работать пошли. Так, одну улочку я пролил. А идут в улей. Там. Отклещаем препарат, попадая, а то будут за перегородью, так не попадем ничего. Так, покуда еще бегают пчелы. О, полупили. Это за перегородка, что творится, весна еще не началась, только ночью заморозки постоянные. Так. Будем вощину им ставить.
Сейчас я добрал на последнюю улочку 7 миллилитров. Сейчас по Курской. Сейчас тут уже улочка, как-то не посчитаешь даже. Пшел то много за перегородкой. Было. Ну ничего, думаю, нормально. Ладно, бегу за вощиной. Принес два листа. По дороге прихватил банку с широким горлом. Здесь, прямо возле ульев. Такая вот баночка. Я сюда сейчас разорвал эту марлю. Нечем разрезать. Языки сюда покидаю. Вот. Столько нектара. Надо, короче, наверное, бомбить. Где сильным семьям всем вощину. То, что за перегородка, где утепления нема, пошли строить. Вот вчера наблюдал бахвоста. Это уже бахвоста выносит утепление это из-за перегородки. О, нектара сколько льется. О, свежий нектар пошел. А гуляй, вылей. А нельзя, что мне это. Как-то его забрать мне. Так, что делаем? Потолочины. Сюда закину крышу. Потолочины эти, чтобы не мешали. Не ожидал, что тут такое в этой семейке. Думаю, она слабая. Тут вон что творится. Такая дела весенняя. Ай. Полез от клеща обработать. Оказывается, уже расширять надо все. Пчел позагонял. Лезем за языками улей. Языки поснимаю все, что. Ох, наносили нектара сколько. А еще на днях думал подкормить, думаю, уже это заморозки так плохо. Думал подкормить их, что заморозки ночью. А же их уже тут забирать можно, не только подкармливать. Вот. Бомбану. По-моему, банку сота свежего уже с этого года. Попробуем нектар свежий. Так. Ладно, руки пообмазываем. Ставим мы сюда вощинку, доску сейчас полную отодвигаю. Аккуратно, чтобы мух наших не подавить. Бляха, поразбегать кругом. Так я дыму. Куда? А чтоб наверх не шли, так сдуваю их. То буду наклоняться да подавлю. Ну каждую сгонять до кулей полчаса открытый будет. А, ладно. Вон сколько нектара налили на низу. Сейчас я это дело все. Доску отодвину и поставим вощину.
доска была неплотно к этому. Так давану пчел, жалко, бляха. Столько пчелок придавило. Сейчас покажу. Там. 4 пчелы задавил, елки-палки. 4 пчелки задавил. Видно, он там вот его внизу перегородкой. Не заметил, что она не плотная, зазор большой, да. 4 пчелки задавил. Ну, ладно уже. С потерями небольшими сегодня. Уже он трутовый расплод пошел. Ой, не видно его снизу. Вот трутовый расплод уже палочкой показываем. Уже трутовый расплод погнали, уже пчела роится скоро будет. И особо не полазишь в гнезде, то что 15 градусов, лазить неохота. Наверное, эту рамку я отодвину раздутую сюда. И между ней поставим ващину нашу. Бипина уже сюда налил ему. Хай. От клеща ратуются. Ратуются, это у нас по-белорусски спасаются. Ой, расплод он здесь. Не знаю, прерывать расплод ващины или нет. Не знаю даже. Не, наверное, не буду все-таки. Хай. Расплод не буду открывать. Так как ночью заморозки еще будут ночью. Ну и градус тепла, это тоже не тепло. Так, ладно, тогда не буду разрывать, поставлю ващину еще. Хорошо, что зимой наготовил рамок с ващиной. Готовых 40 штук лежит. Хватит навесную расширять. Это что, свежих 40, а еще с того года поставать недостроенные там. И свежие хватает, короче, чем расширять. Вот, а две рамочки я добавлю. Поставлю эту перегородку и все. Можно закрывать. От клеща я их обработал. Все в порядке. Кушать у пчел хватает всего сейчас. Взяток пошел хороший. Совсем. Так что беспокоиться уже не о чем. Уже, можно сказать, все перезимовало. Из 12 семей одна пропала. За то, что перетеплил, да расплод растили. Наш бипинчик стоит, да? Ладно, тут уже все. Дальше я снимать не буду. Аккуратно, чтобы здесь все поправить двумя руками. Перегородку ставить и закрыть. И думаю, уже надо будет, наверное, и у всех будет такое самое. То, что там сильнейшая семья. Короче, по ходу того, как буду бипином сегодня дообрабатывать, еще 3 семьи осталось. Синяя, там крайне зеленый, и вот эти злые фиолетовые. Вот узлом фиолетовым улья, где пчелы злые, там, скорее всего, тоже ващина надо мне. Все. Короче, кому было интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем удачи, до свидания.